Мой типично утренний легкий уход за кожей лица в осеннее время. И основная задача этого ухода – это защита и восстановление кожи лица. Поэтому я беру легкую умывалку и смываю все то, что прилипло на меня, пока я спал. Сбриваю остатки роскоши и перехожу к магическому средству. Это витаминная сплэш-маска с кислотами, которая дает пинка и пробуждает мою кожу. И заставляет ее сиять здоровьем. Если кожа требует, наношу тонер. А так перехожу к крему под глаза, будем избавляться от отеков. Дальше беру железный шпатель, вы можете взять свой. Секунд 10-15 держу под ледяной водой и дальше прикладываю под глаза. Вообще я использую две сыворотки, но я их чередую через день. Первый день сыворотку с витамином С, на второй восстанавливающую с церамидой. Дальше закрепляю все кремом, вот и все готово.